Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутой негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Знаменитое пушкинское стихотворение «Зимнее утро» с удовольствием читают как взрослые, так и дети. 6 июня, день рождения нашего великого классика, прошел в обстановке романтизма той эпохи, в окружении героев произведений Александра Сергеевича Пушкина, прямо во дворе Невельской центральной районной библиотеки, под лучами теплого летнего солнышка. У нас появилась идея, и опять же компания «Сахалин Энерджи» нам в этом году ее позволила реализовать, это создать на территории нашей библиотеки такую летнюю мобильную площадку под названием «Летняя читальня». Вот. Цель этой площадки – это проведение познавательных игровых программ на открытом воздухе. Основная аудитория праздника – это дети. Они, как известно, любят сказки. Александр Сергеевич является автором многих сказок. Его герои живут в удивительной стране Лукоморья. На невидимых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Известный сказочный персонаж, кот-ученый, пришел в гости на праздник к ребятам. С его появлением начались веселые конкурсы и викторины. В рамках грантового проекта сотрудники библиотеки в течение лета запланировали проведение многих интересных мероприятий. Мы планируем выехать в горнозаводский интернат с дарами для постояльцев, так сказать, этого интерната. Журналы мы подарим и книги. Для читателей, любящих что-то новое и необычное, предусмотрены бабл-кресла, на которые можно примоститься и на свежем воздухе почитать любимые книги. Больше, скажем так, массовых мероприятий, они становятся более красочными, да, с помощью тех же костюмов, которые вот-вот придут, с помощью профессионального, можно сказать, уже оборудования. Это вот головные микрофоны, вы сами слышали, что это уже совершенно другой уровень мероприятий. Поэтому будем надеяться, что это вот сегодня было, скажем так, первое мероприятие, которое только-только открывает проект, впереди еще целое лето. Поэтому самое главное, что? Чтобы привлечь читателей, детей, взрослых в библиотеку. Поэтому будем надеяться, что все это получится. Уникальность проекта в том, что библиотека возьмет на себя функции организации летнего отдыха детей и их родителей. Невельчане получат возможность организовать совместный досуг с детьми, не затрачивая материальных средств. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.